Летом 1827 и 1828 годов Щедрин работал на острове Капри, который восхищал его своей красотой. Он жил в главном городе острова, носящем то же название. Чистый воздух, мягкий климат – все это усиливало желание художника остаться здесь на больший срок. В городе Капри сохранились развалины, построенных римским императором Тиберием, форума, терм, вилл, подъемных мостов, ворот и так далее. Овеянный легендами остров давал богатую пищу воображению Щедрина, но не они являлись темами его творчества. В замыслах мастера ведущее значение обрело море. На полотне изображена бухта с узким пляжем и рядом домов с закругленными крышами. За домами виднеются поросшие деревьями склоны и отвесные скалистые горы. Бухта замыкается высоким мысом с большим каменным зданием. В пейзаже с наибольшей полнотой выражена гармония, объединяющая природные стихии и человека. Плавные очертания холмов вторят полукружию берега, продолжаются в силуэтах крыши лодок. Фигурки рыбаков на берегу не нарушают своими занятиями покой, господствующий в природе. Вид, изображенный на картине, неоднократно варьировался Щедриным. Известен более ранний пейзаж с тем же названием. Общий фон картины выполнен в холодных цветах. Щедрин не любил бурное море, называл его неприятным и всегда предпочитал спокойную и тихую водную гладь. На картине мы видим лазурное, слегка взволнованное море с серебристой каемкой волн. На солнце море голубовато-зеленое, а в тени его поверхность жемчужно-серая. Лодки и парусники слегка покачиваются на водной глади. Влажный воздух окутал горы и дали. Яркий блеск южного солнца отражается в песке, стенах домов и на зелени прибрежных холмов. Небо почти полностью безоблачно. Лишь небольшая тучка пытается пробиться над скалой, но она, конечно, не испортит теплый солнечный день. Все детали сюжета, лодки и парусники, скалы и деревья гармонически объединены в единое целое. Люди на картине Щедрина изображены не схематично, они тщательно выписаны. Это дети и взрослые, рыбаки и торговки. Все они заняты своим делом. Женщины присели отдохнуть, кто-то решил перекусить. Рыбаки приводят в порядок сети. Люди не просто оживляют природный ландшафт, они органически объединены с природой. Эту картину можно назвать олицетворением гармонии природных стихий. Небо, море и человеческого бытия.
В обеих работах, приобретенных Третьяковым, художник достиг высочайшей степени образного и живописного совершенства. Но хотя картины близки по композиции, между ними имеются и существенные различия. Обобщая свои наблюдения, Щедрин смог преодолеть изобилие деталей и стафажа, лишив второе произведение многословности. Интенсивнее зазвучал построенный на гармонии оттенков колорит. Бирюзовый цвет залива нашел отзвук в бледно-голубом куполе неба. Высокий берег слива, выдержанный в коричневато-зеленой тональности, созвучен с темной окраской камней в правой части композиции. Художник по-прежнему не изображает яркое солнце, но все пространство пейзажа излучает свет, словно пронизано морской влагой. Начиная с 1828 года, в созерцательно ясное мировосприятие Щедрина начинают проникать новые настроения. Обнаружилось тревожное состояние в душе. В данной картине новые чувства выражены очень тонко, сдержанно и оказывают влияние на эмоциональный строй романтического образа. Это ощущается в мощных набегах волн на берег и в опустившейся на вершину скалы темной тучи, предвещающей приближение грозы. На смену говору и суете, царившим в первоначальном варианте, пришла тишина. Тема пейзажа, как целостного постижения жизни природы, получила здесь более глубокое и полное раскрытие.